травматический пистолет V-19, созданный на базе боевого Тауруса. Стальной затвор, легкосплавная рама, предохранитель с двух сторон, что очень удобно. Мне очень понравилось в нем возможность снять с боевого взвода пистолет при помощи декокера. Также хочу отметить отличную эргономику этого пистолета, более утолщенная рукоять, что лично для меня сыграло в плюс. Очень удобный хват, и это сказывается на удержании пистолета. Прицельные приспособления с марками белого цвета, что очень удобно при стрельбе на вскидку и быстрее ловится мушка и цели. Стальной магазин емкостью 15 патронов. Ну, теперь проверим его на кучу. Мне нравится этот результат и нравится этот пистолет. Новинка V-19.